Команда наших юнармейцев вернулась из Нижегородской области с почетным вторым местом в военно-спортивном лагере «Гвардеец». За тренировкой бравых юношей наблюдали мои коллеги. Совсем юное движение, и не по возрасту участников, а по дате организации юнармейцы появились в России в 2016 году. Отличить их легко, по ярко-красному обмундированию. Они умеют синхронно маршировать, сильны в спорте, в командной работе. Мне нравятся военно-патриотические игры, всякие соревнования. Я очень много посещаю такие соревнования, всю зиму на них участвую и занимаю призовые места. Региональные штабы открыты во всех регионах России, и юнармейцы Чувашии уже добиваются первых результатов на уровне ПФО. В лагере «Гвардеец» команды сдавали сразу несколько дисциплин. Пожарная безопасность, топография, медицинская подготовка, бег, прыжки в длину, подтягивания и другие. Золотая медаль у нас за футбол. В финале мы победили Республику Татарстан со счетом 2-0. А в другом финале, в волейбольном, к сожалению, нам не удалось победить Нижегородскую область. Но серебро, как говорится, тоже медаль. Самое обидное было то, что нам не хватило в общем зачете одно очко. И, получается, первое место заняла команда из Удмуртии. В команде 20 бравых юношей из разных школ республики. Тренерам удалось за короткий промежуток времени сплотить их и обучить работать совместно. Эти ребята, которые прошли такую подготовку, уже готовы в армии. Им наверняка будет в армии легко служить. А если они поступят в какие-то высшие учебные заведения, связанные с военизированными структурами, им будет там намного легче, чем тем ребятам, которые прошли обычную школу. И я с уверенностью могу сказать, что с ними можно идти в разведку. Кубок, завоеванный ребятами, будет переходить из школы в школу по одному месяцу в каждой в течение учебного года. Ирина Волкова, Алена Алексеева, Борис Андреев. Республика.